Настроение хорошее, бодрое. Но холодно сегодня. Холодно. Но вас это не испугало? Нет, конечно. А почему вы вышли вот сегодня? Ну, чтобы сделать город чистым. В прохладное утро субботы в парке и скверы одновременно вышли тысячи улан-удэнцев. Общегородской субботник завершил месячник чистоты. Всего за это время в наведении порядка поучаствовали 26 тысяч человек. Убрать удалось более 2500 кубов мусора и листьев. Это примерно около 400 КАМАЗов. Мы убрали рекордное количество свалок. 11 свалок убрали. Причем мы свалки убираем уже не вновь образовавшиеся, а те, которые 10 лет, 15 лет. Но и отрадно все-таки, что жители все-таки стали сознательнее, что ли, потому что мы за этот год не нашли ни одной новой свалки. С 21 сентября в Улан-Удэ провели 1000 экологических акций. Одна из них – «Город без покрышек». Ее организовала мэрия совместно с мусороперерабатывающим заводом. Собрали почти 33 тонны шин. Их превратят в резиновое покрытие и плитку. У нас акции во всех общественных местах, во всех скверах, во всех парках. Ну и все организации, предприятия у нас сегодня, все государственные, федеральные органы власти, сегодня все выходят массово на субботник убирать наш город. Месячник чистоты завершился, но, как отметили в администрации города, уборка на этом не заканчивается. Оставшуюся листву продолжат собирать до того, как выпадет снег. Алина Котова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.